70-м понятие советского счастливого детства перестало быть определением исключительно образным. «За наше счастливое детство, спасибо, родная страна» теперь популярный советский лозунг легко читался на лицах этих милых мальчиков и девочек с голубых экранов ангельскими голосами, распевающих про коммунизм, родину и голубой вагон. Песни становились шлягерами, солисты-кумирами. И только главный герой неизменно оставался за кадром. Бессменный руководитель Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения Виктор Попов. Профессионал экстра-класса, маэстро к известности не стремился. Детский хор был лишь крошечной частью его обширной работы и глобальной мечты. Как много нам дано рассвета пламень алый, весенний сад окно. В 70-е годы не было ни одного человека в стране, кто бы не знал Виктора Попова. Это он был невероятно популярен. Конечно, отчасти это происходило от того, что другие хоровые коллективы не имели такой возможности часто выступать по телевидению. Приглашаю на сцену постоянных участников всех песенных фестивалей. Маленьких артистов Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Песня «Если с другом вышел в путь». Но, с другой стороны, это было, по-моему, и абсолютно и справедливо. Вот я так на расстоянии говорю. Потому что такого фанатизма вот я не видел ни у кого. Молодцы! Ну и последнюю, четвертую теперь, в отличие опять от первой. Только теперь сделаем так, смотрите, самый большой контраст. Начало первое и последнее четвертое. Ну-ка, как четвертую косну зовем? Какая мягкость появляется, даже, я бы сказал, знаете, нежность. Вспоминается немецкий реквием Брамса, когда я услышал уже приготовленный хор детский, и услышал вот это какое-то ангельское звучание в этом хоре. Я просто был поражен, как же он это добился от этих мальчиков и девочек вот такого звучания. Умоляю вас, надо все делать искренне. Не надо быками мычать. Быки, конечно, тоже хорошие звери. Но то, когда они наступают на человека с рогами, плохо. Тут бежать надо, правда? А не надо. Здесь не должно быть. Никто, вы никого пугать не должны. Вам пугать никого не нужно. Наоборот, радость свою передать. Ну, еще разочек. Ну-ка. Раз, два, три. Помню эту песню. В каждой школе и в каждом дворе. Он так наверху где-то говорит. Если красное племя мальчишек, если горны по будку трубят лазаре. То есть он мог показать именно детским голосом, как это, да, и не девичьим, а мальчишеским. Значит, послушайте. Я хочу, чтобы каждый из вас почувствовал, вот смотрите что. Что грациозность, вот это главное качество этой польки. Нет грациозности, поняли? Ну-ка, темп будет немножко другой. Раз, два, раз, два. Ну, начинал наш концерт с такой лекции. Всегда говорил, у него так начиналось фразой такой, что «Дорогие друзья, добрый вечер, перед вами на сцене стоят самые обыкновенные школьники, самые простые мальчики и девочки». Обыкновенные школьники и школьницы.
По объявлению, в хор Попова их приводили бабушки, дедушки, мамы и папы. Никаких исключительных данных не требовалось. Только слух, хотя бы небольшой голос и желание петь. Советский Союз того времени – страна не только самая читающая, но и самая поющая. Благодаря статусу эфирного коллектива, большой детский хор призван был стать эталоном детского хорового пения, как в качестве исполнения, так и в репертуарной политике. Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, если долго по тропинке, то потихоньку бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно-верно, то, возможно, можно-можно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины, в Африке горы вот такой вышины, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай, и зеленый попугай. Один из самых жестких функционеров советского времени необычайно относился добро к Виктору Сергеевичу. Это руководитель радио и телевидения Лапин. Он Виктора Сергеевича просто любил. Вы знаете, на всякую старуху бывает проруха. И вот он при всей своей жесткости ведения всего, он даже он говорил секретарше: если придет Попов, пропускайте сразу ко мне. Лапин знал, Попов просто так не придет, слишком занят. Параллельно с детским хором маэстро возглавлял факультет хорового дирижирования в Гнесинском институте и руководил сводным хором мальчиков в хоровом училище имени Свешникова. Причем в последнем работал бесплатно. Советские законы запрещали получать зарплату в трех разных местах одновременно. Попову повезло. Его не коснулись ни жестокость, ни самодурство противоречивого хозяина гостелерадио. Возможно, еще и потому, что диссидентом Попов никогда не был. Осенью дождливый серый день проскакал по городу олень. Летел над гулкой мостовой, рыжим лесом, пущенной стрелой. По итогам 73-го года «Лесной олень» был признан лучшей песней года. И вручение диплома ее авторов поэта Энтина и композитора Крылатова пригласили на съемки «Песни года». К их возмущению на сцену вышла не Аида Ведищева, а детский хор под управлением Попова. Казалось, что Аиду Ведищеву отстранили от записи и назначили хор под управлением Виктора Попова. Я писал эту песню явно вот прямо под актера, и эта песня индивидуальная, там какие-то фразы, которые нужно обязательно актерски было произнести, и я ужасно расстроился. Это там политическая власть наверху, как-то Аиду Ведищеву стали вытеснять. Там, я так думаю, что это было такое гонение на людей там, пятого пункта, которое было, к сожалению, было тогда. Потом, ну, какой-то был такой маленький банкетик в заключение. Я подошел к Виктору Сергеевичу и высказал ему свое мнение по этому поводу. К моему огромному удивлению, он сразу со мной согласился. И он сказал, что действительно вы правы, и что мне самому, пожалуй, больше нравится, как поет Аида Ведищева, чем мой хор. Я был в какой-то степени поражен его откровенностью, но одновременно он мне объяснил, что они находятся на государственной службе, что это хор радио и телевидения, и что они подчиняются, ну, можно сказать, приказам. Конечно, может быть, он и мог отказаться, но это бы было уже такой демонстрация диссидентства некоторого. Лояльность Попова объяснялась его одержимостью профессии.
кроме хора, маэстро мало что интересовало. Давление на него никогда и никто не оказывал. Попов сам прекрасно понимал, где и какую нужно исполнить песню. Просто старался сделать это максимально хорошо. В каждом деле с нами наш любимый Ленин, и зал поет, будет жить он вечно в памяти людской. Светоч нашей жизни, солнце поколений, сердце нашей партии родной. Попов все это нам показал. 40 лет, 35 лет назад. Как это должно быть? Попов показал. Он это здорово умел делать. Репетиции проходили 3 раза в неделю по 2,5 часа. Попов лично руководил ими. Так называемая черновая работа доставляла ему огромное удовольствие. Помощники у маэстро, конечно, были, но он предпочитал все делать сам. Все, вплоть до разучивания с хором слов новых песен. Он умел интонацию просто как мусоргский превратить человеческую речь через музыку, вот, просто чтобы она заходила в душу и сердце. 70-е – золотая эпоха детской песни. Несколько шлягеров из бременских музыкантов с их рок-н-ролльными ритмами, джазовыми интонациями и проамериканскими «е-е-е-е-е» взорвали идеологически выверенный детский репертуар. На смену песен для пионерского костра стали приходить шлягеры яркие, искренние и живые. Теперь для детей писали композиторы с фундаментальным консерваторским образованием. Шаинский, Крылатов, Пахмутова несли новые опусы Попову в полной уверенности, что в исполнении его хора новая песня станет хитом. За несколько лет работы из детского любительского коллектива Попов сделал хор международного уровня. Победы на конкурсах в Европе и Америке подтверждали этот статус. Лицо большого детского хора того времени – обаятельный мальчик Сережа Парамонов. Юный барабанщик, он стучит, как сердце, тук-тук-тук. Поднимает флаги, пионерский лагерь. У него не было особых там вокальных данных, он не был там особо каким-то вокальным, там, ну, вокально одаренным, там, поющим ребенком, но он был настолько живой, он был настолько естественный, что люди его обожали, и что действительно любая песня в его исполнении звучала, ну, просто совершенно потрясающе. Детская песня, она была такая яркая и красочная, вот такой, какая должна быть детская песня. Сережу в хор привела бабушка. При живых родителях мальчик оказался сиротой. Родители Сережи Парамонова были алкоголиками. Кроме того, мальчик был сильно болен и страдал от приступов эпилепсии. Попов относился к любимому солисту крайне бережно и нежно. Никогда не ругал, периодически устраивал в клинику, приглашал домой. Маэстро и сам рос сиротой. Его отец погиб на фронте, а мать... В 10 лет она привезла сына в хоровое училище к Свешникову, уехала за документами и больше не вернулась. Попов никогда не говорил о ней и не пытался искать. Его домом и семьей стала хоровушка, так училище называли студенты. В благодарность Попов посвятит хоровушке всю свою жизнь. Вот он входил на территорию, где находилось около 1000 мальчиков. А вы представляете, что такое 1000 мальчиков от 7 до там, 14 лет? Ну, это, так сказать, сказать, что разъяренные хищники, 20-30 львов, тигров, ну, примерно такая же адекватность. Это какое-то бешенство, это такая энергетика, это разбойники какие-то. И вот входил туда Виктор Сергеевич на это пространство, и моментально воцарялась тишина, и дикий порядок, и все готовы были внимать тому, чем сейчас маэстро накормит. Эмоционально, духовно, музыкански, дружески. В те годы в стенах училища хорового, а потом и академии, большое место уделялось духовной музыке, что было совсем нетипично, и более того, это было, ну, крайне нежелательно в те годы. В 70-е петь духовную музыку все еще категорически запрещалось. Властями не забылся случай в Большом зале консерватории.
тогда Свешников рискнул впервые в советской стране исполнить всенощную Рахманинова. Концерт превратился в демонстрацию, толпу усмиряли с помощью конной милиции. Но без изучения духовной музыки хоровой коллектив мирового уровня, а именно о таком статусе для хора мальчиков мечтал Попов, был невозможен. Для любого профессионального хора духовная музыка – та азбука, которую необходимо было пройти. То есть духовная музыка на иностранном языке, она была возможна в советское время. Духовная музыка в 70-х на русском языке, например, композиторов Калинникова, Чеснокова, Чайковского, Рахманинова, была невозможна духовная музыка на русском языке. Менялись слова. То есть из духовного песнопения они не превращались в какой-то светский сюжет о любви там, к земле, к родной, к солнцу. Расширять репертуар необходимо было и в Большом детском хоре. Коллектив давно вышел на международный уровень. Талант и имя Попова приносили баснословные деньги государству, и оно закрывало глаза на репертуарные вольности Попова. Ведь за границей, и особенно в Европе, где хоровая культура исторически оставалась на самом высоком уровне, спрос был прежде всего на духовную и классическую музыку, и только потом на советский песенный репертуар. Первая часть классика, вторая часть народные песни, русские народные, и третья часть советские песни. Каждый раз, приезжая в какую-то страну, там, в Турцию, обязательно учили с песню, так сказать, вот на языке этой страны. То есть там в Турции там было «Эскидарагиде рикенбельмендель булдум». То есть я даже помню до сих пор эти песни. Там в Японии там про «Сакура, сакура, сакура, яюино сорава». «Раненая птица». Счастливое детство у мальчиков заканчивалось быстрее, чем у девочек. Раненая птица. Очередной жертвой мутации стал любимец Попова Сережа Парамонов. Голос не удалось сохранить. Сережа не мог больше петь. Переживал мальчик страшно. По инерции ходил на репетиции хора. Но когда видел, как написанный на него репертуар поет другой солист Виталик Николаев, рыдал и убегал из зала. Люди-человеки, страны и народы, мы теперь навечно должники природы. Вот насколько ты высоко летал, настолько тебе было больно упасть, потому что в 13 и в 14 лет неизбежно любой ребенок теряет голос, это называется мутация, и он становится взрослым. Ломка происходит, сначала какие-то срывы, такие вот какие-то дела, а потом ты начинаешь говорить уже мужским голосом, и мужской голос не гарантирует тебе тоже качество. Судьба Сережи сложилась трагически. Попов пытался наладить его жизнь, устроил в музыкальную школу, а затем и в музыкальное училище. Но болезненный и привыкший к славе Сережа так и не смог адаптироваться к незвездной повседневности. После трагедии с Сережей Попов в очередной раз убедился: в период мутации нельзя полагаться только на судьбу, необходимо искать противоядие. Попов всю жизнь занимался разработкой собственной системы сохранения голоса после мутации. Спустя годы маэстро придет к стопроцентному результату. В его хоровом училище после окончания мутационного периода все мальчики будут продолжать петь. У нас был отведен только один год. Но на самом деле мутация у некоторых длится полтора года, у кого-то два года. И вот те бережные начинания вот, хоровых занятий в 9 классе, когда это уже взрослые мужские голоса начинают петь, вот то бережное отношение к ним, наверное, все-таки это уже специфика учебного заведения хорового училища имени Свешникова, где Виктор Сергеевич Попов был художественным руководителем. Потому что можно было взять, задушить, заставить тут же петь на концерты, и никто не знает, чем закончится. Можно вообще без голоса остаться, наверное. В этом был смысл системы Попова. Голос нельзя оставлять в покое и ждать, повезет или нет. Я сам получила
период мутации мальчику необходимо петь маленькими дозами, постепенно увеличивая нагрузку. Кому и сколько петь, контролировал лично Попов или его педагоги. Страшна была как передозировка, так и дефицит лекарства. И в том и в другом случае результатом могла стать потеря голоса. Круглые пальцы. Империя Попова разрасталась. Новые мальчики поступали в училище. Новые бабушки, дедушки, мамы и папы вели Попову новых артистов, ведь петь в БДХ стало крайне престижно. Дети ездили в заповедную для большинства взрослых за границу и выступали с лучшими советскими артистами. Возникли малые группы, большие группы, потом возникли филиалы. Понимаете, хорошее дело заразительно. И если ему отдавать возможность, да если есть к этому возможность чисто материально, это все бесплатно, конечно, было, все занятия, то оно больших достигло размеров. И все же репертуар, подвластный Попову, был очень ограничен. Как большой музыкант, маэстро мечтал о хоровых вершинах. Реквием Моцарта, симфонии Малера, всенощная Рахманинова. Только детских голосов для этих произведений было недостаточно. Попов мечтал о взрослых тембрах, и женских, и мужских. Тем более, что все идеологические запреты на исполнение духовной музыки были, наконец, сняты. 91 год. Страна круто меняет название, власть, ориентиры. Именно в это сложное время всеобщего хаоса и разрухи Попову удается реализовать свою мечту. При помощи и поддержке президента Ельцина на базе хорового училища имени Свешникова маэстро открывает высшее звено – хоровую академию. Теперь выпускники его хоровушки не идут за образованием в другие вузы. Большинство автоматически поступает в академию. Кроме того, в вуз принимают и девушек. Во власти Попова таким образом оказываются все возможные тембры голосов. Детские, юношеские, женские, мужские. Его хоровая империя наконец создана и в силах исполнить любой существующий хоровой репертуар. О, и пиццерия здесь, сюда немножко. А вы вдвоем свободны. Это была та мечта грандиозная, которая осуществилась. И создав в 91 году Академию хорового искусства, да, он ее привел к такому статусу, которым можно гордиться. Он сделал из этого профессиональный вуз, который знают везде. Его личным триумфом стал концерт в Большом зале консерватории. Давали ораторию «Христос Ференца Листа». На сцене оркестр Великого Светланова и 4 хора, сведенных воедино, более 200 человек. Хоровая империя Виктора Попова. С этого момента начались золотые времена Академии хорового искусства. Я считаю, что в тот момент был рожден гениальный концертный коллектив, который отвечал любым параметрам, мог исполнять любую музыку. Хоровая империя Попова. Под таким неофициальным брендом его хор знали теперь во всем мире. Первое время в империю входили большой детский хор, хор мальчиков и сводный хор академии. Но очень скоро от одной из своих провинций Попов вынужден был отказаться. Большой детский хор испарился с голубых экранов в 93-м. И хотя официально коллектив продолжал существовать, репетировать и даже выступать, но теперь это были случайные, незначительные концерты. Слава, гастроли, возможности навсегда остались в прошлом. В это время Попов принял решение уйти из БДХ. Воевать с проблемами ему было уже слишком трудно. К тому же училище и академия отнимали теперь большую часть его времени и сил. В 1984 году, я утверждаю, прозвучала последняя детская песня. Это была песня «Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко». Вот «Прекрасно и далеко» ко мне лично, и мне кажется, к Виктору Попову стало немного жестоко, потому что детская песня с этой поры исчезла, потому что уже все приближалось время, когда изменилась национальная идея. Если раньше национальная идея была коммунизм, а что такое коммунизм? Коммунизм – это дети, будущее.
вот, то настал момент, когда национальная идея, на мой взгляд, стала, если говорить одним словом, деньги. Телевидение – система жестких отношений. Имя Попова вскоре было вычеркнуто из эфирных сеток. Его успехами на телевидении теперь мало интересовались. Концерт 2007 года, впрочем, обещали снять. Маэстро в очередной раз исполнял «Реквием Моцарта». Аудиозапись этого произведения в исполнении хора под управлением Попова уже была признана критиками эталонным. Для съемки все было подготовлено. В концертный зал имени Чайковского привезли необходимую технику. Редакторы начали работать с партитурой, но в ночь накануне концерта Попову позвонил режиссер и без объяснения причин отрезал: съемки не будет. Через месяц маэстро не стало. Смерть была неожиданной, нелепой, ужасной. Врачи ошиблись в диагнозе и вовремя не обнаружили перитонит. За годы, что он отдал хору, у него выросло два сына. Но фотографий с ними в семейном архиве нет ни одной. Он часто приходил на репетицию и с закрытыми глазами слушал, как поет хор.